Итак, привет, ребятки, привет, девчатки. Вы находитесь на канале Китай в топе. С вами я, Александр, мои говорящие рученетки. Значит, как вы видите, у нас два вот таких конвертика. Быстрая распаковка. Сейчас быстро посмотрим. Все. Трек номера перебиты. Ценников нету. Актуальную цену вы можете перейти посмотреть по ссылкам в описании. Так что давайте вскрываться. Ага, итак, ребятки, как вы видите, у нас вот такие вот детские игрушки на пальце. У меня что-то аналогичное уже было. Либо будет, я не знаю, там как она по очередности публикации у меня вышла, но здесь вот такие вот игрушенцы, то есть так вот палец одевается, и у вас типа вот такую там игрушки на пальце, и вы можете играться со своим малышом. То есть такие вот довольно-таки жесткие динозаврики, не скажу, что они прям мягкие, жестковаты сами по себе, дырки под палец довольно-таки хорошие, чтобы было видно, то есть там вот у меня палец не маленький, не самый маленький, не самый большой, то есть в принципе залазит туда. Так, здесь у нас что? Здесь у нас никаких опознавательных знаков нету, что под какую модель. Я уже не помню, для чего, под какую модель это чехольчик был заказан. Ну, мне там относительно за недорого попался. Ну, такой вот кожаный, в принципе, неплохой. Из недорогих чехлов, по-моему, даже для Samsung. Могу даже предположить, что для Samsung или для айфончик, одно из двух, я точно не помню, но опять же, вы по ссылке в описании можете перейти посмотреть, для какого именно телефона, значит, либо же, опять же, в названии вы точно узнаете, что это именно там для айфона, либо же для Samsung, для какого именно это телефона, это мне не надо. Так что, ребятки, на этом я завершаю, тут особо больше рассказывать нечего. С вас лось, подписка, комментарий. Вот здесь будет следующее видео. Переходи, смотри. Я с вами прощаюсь. До новых встреч!